Граждане рыбаки, служба спасения предупреждает, выход на лед опасен для вашей жизни. Мы собрались на рыбалку, я, Романыч и Мишель, взяли снасти и в развалку, прямо в снежную метель. Путь наш был не так уж долог, ветер дул во все бока, никакой метеоролог не удержит рыбака. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Это мой сосед в пучине, вызывает ЧС. И не шатка, и не валка, рыба видит чудаков. Экстремальная рыбалка, бич подлетных рыбаков.